Serón, Serón, in chumo de zar, sartes gachnika, in chuim a zar, mian mech sirov, yes ke sireci, bais duhan ira, Dava janetzir, mian mechzirov, yes kesir etzir, baiz duhan irav, dava janetzir. Это потрясающе. Спасибо. В такой студии я так думаю. Араксия-Вита. Да, она самая. Араксия, очень приятно. Араксия-дизайнер. А с нами в студии Ксения Гордеева. Араксия, здравствуй. Здравствуй. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла к профессии дизайнера? Как она выбрала тебя? Или, может быть, ты ее? Какой это был путь? Расскажи. Ты знаешь, Ксюша, я все-таки думаю, что она выбрала меня. Я с детства прям мечтала стать дизайнером. Мне нравилось все, когда девушки одеваются от иголочки, все опрятно, красиво, со вкусом. Потому что я реально считаю, что, конечно, вкус он природный должен быть, но его, это же мускул, который надо тренировать, и при работе нужной можно и достичь определенных хороших высот. Я с детства мечтала, но я жила в такой маленькой прекрасной стране по имени Армения. Там не было возможности получить профильное образование. И у меня просто так случилось в семье, что у меня выпала возможность переехать в Москву, в столицу мира, я считаю. И это такая, да, мой любимый город. Я очень люблю Москву, и я рада, что я здесь живу, потому что это прекрасный город и дает очень, кстати, большие возможности реализоваться таким интересным людям, у кого есть стремление, желание, мечта, идеи, и они идут к своей цели, перед них при нужном раскладе открываются определенные двери, и можно, нужно этими возможностями правильно воспользоваться, и все в жизни будет хорошо. Это отдельное умение после таланта, пожалуй, пользоваться нужными возможностями, потому Согласна. Что очень много талантливых, в том числе дизайнеров, которые действительно по-настоящему создают шедевры, по-настоящему видят этот мир в каких-то прекрасных, да? Да, определенных ракурсах и красках, и, но им очень сложно пробиться, потому что должна быть жилка, это нужно умение открывать те самые двери и, пожалуй, что-то просить. Да. В первую очередь, поэтому... Вот этому надо научиться. И я поняла еще одно, что в Москве надо научиться говорить слово «нет». О, это точно. Это первое что... правило в городе Москва говорить слово «нет». Потому что если нет, ты это не знаешь, да, у тебя будут очень большие проблемы. А так, я считаю, что нужно находить эти двери, открывать и находить подход. Вообще нужно быть очень... На мой взгляд, Ксюша, я так немножко от нашего вопроса. Да, спасибо. И мне кажется, надо быть просто самой собой. Просто какая ты есть. Правильная, неправильная, хорошая, добрая, злая. Ну, просто быть самой собой. И эти двери откроются однозначно. Это совершенно правильно. А скажи, пожалуйста, ты как-то здесь получила дополнительное образование? Или просто тебя вдохновляет сам город? А шьешь ли ты одежду? Можно ли у тебя ее заказать? Сразу много вопросов. Да, много вопросов. Меня вдохновляют люди. Красивые, интересные, интеллектуальные, как бы парадоксально это ни звучало. Да, люди и таланты, и город, и динамика Москвы, которая не, как бы не разрешает ни на секунду расслабиться, держит тебя постоянно в тонусе. Вот. И я переехала, я начала работать в маленькой компании, потом я перешла в эту сферу, в сферу фэшн-индустрии, моды. Но так как у меня не было опыта, меня взяли просто рядовым бренд-менеджером. Нет, сначала мерчендайзером, потом бренд-менеджером. Я очень долго шла к этому. И потом у меня получилось так, что у меня так предоставила жизнь возможность работать с российскими дизайнерами. После этого я встала в один прекрасный день и сказала, все, я буду запускать свою линию. Как бы сложно это не было. Потому что если сейчас, то лет через 10 я точно не рискну. Вот так и шла. Но сейчас уже есть какие-то, что посмотреть? Да, есть у нас, Ксюш, наши основные коллекции, которые мы запускаем два раза в год, и есть индивидуальный пошив. Сейчас эта тема очень актуальна, индивидуального пошива, потому что люди, они хотят быть склонными, они хотят как-то выразить себя, как быть индивидуальными. Как-то... И в одежде это же инвестиция в себя, в свой имидж, да, и...
она очень много говорит о себе, о человеке, о состоянии души, об интеллектуальном развитии, об образовании. Все же выражается в нашей одежде, в аксессуарах в частности. Поэтому сейчас индивидуальный стиль, он берет направление, и, слава богу, брендомания уходит на второй план. Я только хотела задать этот вопрос, потому что то, о чем ты говоришь, кто заказывает одежду, кто стремится к индивидуальности, пожалуй, все-таки это определенный класс людей, которые достигли уже определенных высот, да, опять же, об образовании речь. А если говорить просто об уличной моде и то, куда идет и что видит молодежь, то здесь как раз можно задать вопрос, что делать с брендоманией и что делать с одинаковостью, склонами, опять же, с девочками в одинаковых джинсах, в одинаковых майках, в одинаковых кроссовках и так далее и тому подобное. Мы можем как-то привить ему или что они видят, почему так происходит? Потому что если мы смотрим на блогеров, то они очень стильные, они всегда меняются, и в том числе под настроение, под страну, где они отдыхают. Живут. А что же происходит, почему все равно одинаковые девчонки? Смотря друг на друга, как это происходит? На самом деле, Ксюша, ты говоришь сейчас про девушек, которые, вот, если говорить про возрастной, да, сегмент, это от 12 до 17 лет, когда можно как-то идеологией как бы, да, надавить на молодежь. То есть мы им разрешаем, делайте, что хотите. Конечно, у них прекрасный возраст, пускай делают то, что хотят, и они имеют право. И потом уже после этого, когда они уже перепробовали все стилистические всевозможные вариации и бренды, они уже как-то начинают фильтровать. Они понимают, что надо понимать, куда, в каком виде надо приходить, что на работу это одно, один стиль, а на вечер это другое направление, другой туалет, на уличную моду это... Уличная мода вообще моя страсть. Я, да, очень многие, кстати, люди сейчас и молодежь, в том числе, кстати, раз мы затронули эту тему, скажу, что они начали уличную моду как-то переносить на более другие направления, стилистические, как, скажем так, строгий стиль. Да, потому что, да, сейчас девушки одевают, ну, это направление как-то по-другому называется, оно больше имеет характер casual, smart casual. Да, 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 и люди очень грамотно этим пользуются, мне очень нравится это направление, ты можешь и на работу в этом виде, да, приходить, и это будет уместно, потому что одежда должна быть и комфортной, и уместной одновременно. Ну, многие сталкиваются все еще с дресс-кодом, если мы говорим о каком-то массовом, да, потреблении одежды. Так. Все-таки есть дресс-код, и иной раз я, заходя в наш бизнес-центр, сталкиваюсь с девушками в белых рубашках, которые удивленно смотрят на меня, и однажды мне задали вопрос, не штрафуют ли меня, как я прихожу. То есть все еще есть эти рамки, они будут, и это нормально, и даже привнести свой какой-то стиль, будь то вместо брюк одеть, да, что-то другое, более мягкое, это нельзя. Это нельзя, поэтому к выбору профессии, мне кажется, надо относиться очень... Согласна. Серьезно. Если ты человек, который любит рамки, то, пожалуйста, ты можешь работать в банке, где определенный дресс-код и тона, и цвета, и ткани даже, которые могут быть, и они будут уместны. Но если у тебя есть хотя бы маленькая нотка творчества в душе, да, и тебе хочется и цветов, и фактур, и форм, то ты должен к выбору профессии относиться. Это, я знаю, и тебя коснулось несколько, да? Ты все-таки чуть-чуть было от нас не ушла. В щитоводы. Да, было такое дело. Но ты почувствовала вот эту вот грань, что ты можешь уйти совершенно? Я сейчас говорю о том, что ты чуть не стала экономистом, верно? Да, да, было такое, знаете, когда ты живешь в большой армянской семье. Я расскажу. То есть определенные рамки, правила, что у тебя должна быть хорошая школа, должна быть, да, хорошее образование, потому что так должно быть, так заложено в семье, особенно если семья определенного статуса. Я не про материальный статус, про идеологический. То тебе нужно хорошее образование, хорошая профессия. И мне вот родители, они, конечно, заставили, можно сказать, получить экономическое образование, но, как видите, это никак не мешает человеку. Наоборот, я и родителям угодила, и потом впоследствии стала заниматься тем, что как бы... То есть ты, учась, уже знала, что это просто образование, просто то, что нужно получить для галочки, а потом ты пойдешь своим путем. Хочу сказать, что то образование, которое я получила тогда давно в Армении, оно мне помогает сегодня.
в бизнесе, в переговорах, на встречах. Я уже... Ну, такой базовый скилл твой, который конечно, тебе нужен. Очень помогает. Ну, экономика – основа всего, поэтому я считаю, что это образование очень нужное. И я сегодня благодарна моим родителям. Я всегда благодарна им за все, но в первую очередь за жизнь, конечно. Ну, это великолепно. Я всегда в восторге, когда человек в конечном итоге находит свой путь, так или иначе. Это очень важно. Аракси, а твой бренд, твоя марка, твоя работа, твои платья потрясающие. Расскажи, пожалуйста, на кого рассчитано, кто твоя целевая аудитория и кто вообще приходит к тебе? Спасибо за вопрос. Вот, наш бренд, он рассчитан, конечно, в первую очередь для девушек и женщин. Наши клиенты, они наши почитатели, я бы хотела сказать. Да, это правильнее, потому что они со многими дружим и очень тесно. Чему я безмерно рада, это девушки и женщины в возрасте от 18 до 40 лет, которые неплохо зарабатывают, хотя наш бренд, он демократичный, в пределах разумного. Да, в пределах разумного. Для нас очень важно было изначально, когда мы начинали наш путь, для меня лично было очень важно дать людям понять, что красивая одежда – это не сумасшедшие деньги. Это просто грамотные инвестиции в свой гардероб. Вот, поэтому я хотела, чтобы было идеальное соотношение цена, качество, дизайн. Вот, над этим еще работаем, мы будем работать, и будем искать новые каналы поставок и ткани, и как-то удешевить пошив, но это никак не отразится на качество пошива и на качество изделий на лекалах. Вот, это девушки, которые самодостаточные, интересные, со своей определенной, интересной, социальным направлением, это личности, потому что это очень важно. Очень много людей, но очень мало личностей. А мы любим, когда человек четко понимает, кто он, куда он идет и почему он туда идет. Вот у которых своя... Они честно задают себе вопрос, кто я, зачем я, где моя родина, и какие у меня цели, задачи как человека, как гражданина. А потеряшки? А ты не поможешь? Ты не расскажешь, ты не направишь, ты не найдешь. Есть такие ресурсы, конечно, которые есть стилистические решения, да, есть какие-то вопросы наводящие, которые можно достать ту самую личность, которую, возможно, человек просто не разрешает себе быть. Мы тут не разрешает себе быть таким, как он есть. И таким образом, что ты не личность, дорогой. Извините, все, до свидания, да? Соберетесь, вспомните, откуда вы, приходите. Ну, как-то так. Не, как раз-таки, Ксюш, вот потеряшки, как ты назвала, да, красиво. Это как раз то пространство, где нам надо работать. Это как раз-таки работа. Мы должны предложить человеку варианты самореализации, инвестиции, выбора. Но надо исходить... Вот стилисты, как они работают, да, Ксюша, они не просто... Есть стилисты, которые просто подбирают классные луки, вот. Вот идеальный комплект, берите, не пожалеете. Нет, это не работает. Потому что надо в первую очередь, чтобы создавать для человека образ, надо разбираться в его психологии, надо разбираться, что у человека в душе, какие потребности, какие задачи, и что у человека стоит впереди, какие задачи и проблемы он должен решить. Исходя из этого, составить ему гардероб, который нужен ему... Может, ему не нужен дресс-код и строгий костюм, смокинг, да? А мы навязываем. Поэтому надо исходить из... Я понимаю, что, приходя к вам, человек может это получить. Однозначно. То есть приходит человек, рассказывает, приходит барышня и говорит о том, что я хочу. И есть такие уже, приходят вот с таким запросом, вот прям искренне говорящие. Да. Вы помогаете от А до Я. Есть такие люди, которые приходят и говорят, вот мне нравятся мини-юбки, но мне говорят, что в этом я выгляжу несерьезно. Аракси, помоги, пожалуйста, как делать так, чтобы я оставила то впечатление, которое должна оставить. И ты уже предлагаешь варианты, ты говоришь, что мини есть разные мини, есть разная длина. Если ты хочешь быть серьезной бизнес-леди, ухоженной, уже у которой есть определенная гармония в душе, то у тебя должна быть либо французская длина, либо по колено, либо чуть выше колена, да, потому что это определенный статус. Длина юбки о многом говорит, у кого какие цели, задачи и пути их решения. Юбка — это слишком просто, по-моему. Это я так, да. Я не к тому, что ты простой привела, а к тому, что короткая юбка, ей очень легко пользоваться, это очень просто. То есть ты одеваешь короткую юбку, понятно, все понятно. Да, все понятно. Поэтому для девушек... Особенно статусных, прекрасных. Хотя я ничего не имею против юбки короткой, но все-таки это
Это не мне несколько. Мне говорят, да. Тогда говорят, носи подлиннее. Однозначно. Тогда бы не говорили. Интересно. Да, а это только для барышень? То есть пока молодые люди, дети? Нет, ну, планируется, но чуть позже. Это сложно. Это сложно? Сложно, потому что мужская мода, она и сложная, и там другая специфика. Мне кажется, что одевать мальчиков интересно, вкусно, классно, вот это работа. Вот это вот. Согласна. Просто. Потому что нас, понимаешь, можно... Вот эта ниша, да, она более открыта и не заполнена пока. Особенно в России. Ну, в России особенно, но я хочу сказать, что там просто еще полет фантазии. В Европе уже умеют хорошо одеваться мужчины, и они зачастую одеты лучше, чем девушки, к сожалению. Если даже брать мировую столицу Милан, моды, да, то там все мальчики одеты от иголочки. Прям смотришь на них и душа радуется. Алексей, расскажи, пожалуйста, как ты относишься вот к брюкам в женском образе и к юбкам? Считаешь ли ты все-таки, что девушка должна носить юбки в большей степени, а брюки — это такая кажуальная история, когда там добежать куда-то до спортзала? Или же брюки — это тоже сексуально, все хорошо, все подчеркивает? Как ты считаешь? Что такое сексуальность? Ксюш, надо задавать этот вопрос. Это... Наконец-то мы добрались. Ну. Это все в глазах человека, это его аура, это его, вот это то, что оставляет человек после себя. Вот он закрыл дверь, ушел, и вот то впечатление, которое есть, это вот останется. Вот Моника Белуччи, она, если даже будет в самых мужских костюмах, смокингах, она будет сексуальна, потому что это в ее глазах. Не важно, что ты одеваешь, важно, чтобы ты в этом чувствовала себя хорошо. На все 100%. Я абсолютно согласна. Спасибо за такой ответ. Я не ожидала. Мне сейчас расскажешь, что все-таки нужны юбки и брюки. Ни в коем случае. Но это очень приятный сюрприз, поэтому будем ждать тебя еще в гостях. Спасибо большое. Расскажи, пожалуйста, напоследок, как найти шоурум, салон, как обратиться? Прям полные данные, потому что, я думаю, будет интересно. Я лично все уже записываю. Да, записывайся. Ну, пока нас можно найти в интернете в двух шоурумах. И хотим еще представиться в регионах. Угу. Вот регионы, если есть предложение, обращайтесь. Как найти в интернете, в инстаграме? araxivita.com сайт. araxivita.com. Да, в инстаграме также araxivita по этому, и на фейсбуке также. Угу. Нас очень легко найти. Это кто еще тут найдет? Спасибо большое, я думаю, до новых встреч, была очень интересная беседа. Вам спасибо. С нами была Araxia Vita дизайнер и Ксения Гордеева. Увидимся на портале «Я так думаю». Я так думаю. Я так думаю.